Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как разогнать процессор Intel Xeon E5-2689 вместе с 16 гигабайтом оперативной памяти DDR3 и материнской платой Altimeter X79. Это китайский комплект с AliExpress. Для начала мы заходим в BIOS. Делается это клавишами Delete или F2. Сначала будем увеличивать скорость памяти. Для этого переходим в раздел Chipset, подраздел NordBridge и DDR Speed. Обычно максимальная скорость от 1600 до 2133 МГц. Мы выбираем 1866, потому что это максимально допустимое на нашей плате. Далее, ребята, переходим в раздел Advanced, опускаемся в CPU Configuration, CPU Power Management Configuration, в Power Technology у меня стоит Energy Efficient, вы его также выбираете, и в Energy Performance выбираете Performance. Все действия в BIOS мы выполнили, далее мы сохраняем и выходим, жмем клавишу F10 и подтверждаем. Далее, после того, как наш компьютер уже загрузился, заходим в панель управления, вкладка электропитания, и тут выбираем высокая производительность. Друзья, на экране можно увидеть частоту работы моего процессора Xeon E5-2689. В стоке он 2,6 ГГц, сейчас он не опускается ниже 3,2 ГГц, ниже не опускается, иногда даже 3,4. Базовая скорость 2,6 ГГц. Результатом я доволен. Если вам понравился этот ролик, то, пожалуйста, прожмите лайк, а также поделитесь им с друзьями. Всем удачи и всем пока!